Нашли оружие, а с ним вагон проблем. В Лиамбере огласили приговор двум жителям Саранска за незаконный оборот оружия. Фигурантами уголовного дела стали 22-летний безработный и 17-летний подросток. Напомним, 16 октября прошлого года приятели отправились на дело собирать металлолом. Обследуя открытые подвалы многоквартирных домов на Химаше, друзья обнаружили то, на что даже не рассчитывали. В одном из многоквартирных жилых домов они увидели открытую форточку подвала, после чего проникли в подвал и нашли там две боевые противотанковые гранаты. Затем они совместно погрузили их в автомашину и вывезли на территорию заброшенной котельной в селе Атимар Лиамбирского района. Уже утром, пока старший из приятелей ушел на склад, чтобы подготовить собранный металлолом для сдачи, младший решил удовлетворить свое любопытство и достал из багажника Нивы найденный ночью гранатомет. Сам того не понимая, парень активировал РПГ. Произошел взрыв, которым выбила дверь багажника. Подростка госпитализировали с ранением. Финал для двух жителей Мордовии стал очевидным. Уголовное дело, следствие и наказание. Обоих приговорили к 3 годам лишения свободы, но условно, с испытательным сроком на тот же период. Также на них возложен ряд обязанностей. Из двух дорог друзья выбрали неверный путь. За находку их могли легально поощрить суммой в 6 тысяч рублей. Нужно было просто сообщить правоохранительные органы о находке. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».